красивых девушек, я давно такого не видел, все нарядные, все счастливые, скоро многие из вас уже скоро станут еще счастливыми, у вас появятся семьи, ячейки, общества. Но я здесь, так скажем, с такой благородной целью привлечь внимание к такому проекту под названием «Социальная перспектива» фонду. Я являюсь волонтером его. Цель этого фонда – это сбор средств для детей-сирот, которые живут в детском доме. И чтобы эти средства, которые мы собираем, они пойдут на социализацию детей в обществе. Многие из них, когда, так скажем, покидают этот дом, они не приспособлены к жизни, у них нет профессии, у них нет образования и так далее. Так вот, наша задача – помочь этим детям устроиться в жизни. И тем самым мы, так скажем, поддержим наше общество, сделаем его более благоприятным для нашей жизни. Честно говоря, я не знаю, мне сложно подобрать слова, потому что у вас такой праздник, веселье, красота, вы тут все такие нарядные, веселые, хотите праздника. Я, в свою очередь, всех вас поздравляю с наступающим, ну или наступившим у вас таким праздником, как свадьба. Хочу рассказать о партнерах. Я, вот, собственно, уже год как являюсь помощником социальной перспективы «Добра без границ». Прекрасный ресторан «Апраксин». Это прекрасное место для празднования вашего семейного, уже можно сказать, праздника свадьбы, для первой брачной ночи, прекрасные номера, я сам как бы там останавливаюсь и говорю вам просто так. Вот при эти прекрасные девушки... Не отнимай наш хлеб, мы сами хотим говорить про «Апраксин». Нет, ну, я делюсь своими эмоциями от чистого сердца, в любом случае, как бы, вы все празднуете такие, очень яркое, наверное, в вашей жизни событие, надеюсь, оно уже будет один раз в жизни. Ну и, в общем, как бы, моя задача была здесь привлечь несколько, чуть-чуть вашего внимания. Вообще, вот есть вот такая небольшая коробочка счастья. Счастье для тех, кто в этом очень нуждается. И если вы там, так скажем, поможете, чем можете, мы будем вам очень признательны, особенно те детки, которые в этом очень нуждаются. В общем, спасибо вам за внимание, не буду вас отвлекать от такой позитивной. Давайте веселиться, давайте праздновать ваш девичник. Ну а тем, у кого сегодня не хватит праздника здесь, я вас приглашаю на автопати, у меня сегодня концерт. Не буду говорить, где, тут недалеко. В общем, приходите, я вам тоже согрею вечер своим уже, своим обществом. Спасибо большое.